Бедным всегда предается Верховной Личности Бога. Те, кто общаются с бедными, также предаются Бхагавану. Единственная обязанность Бхакты – служить Бхагавану. Если мы общаемся с ним, то мы обретем Бхакти. Мы сможем совершать севу Бхагавану. Бхакта знает, что единственная обязанность – служить Бхагавану Кришне. Бхакта Бхагавана считает имя, форму, качество, лилы, спутников Бхагавана всем для себя. Они не обсуждают ничего другого. Они всегда обсуждают имя, форму, качество, лилы, спутников Бхагавана. Огромная разница есть между тем, что обсуждают обычные люди, и между тем, что обсуждают бхакты. Что обычные люди обсуждают между собой? Они обсуждают эту планету, другую планету, следующую жизнь, эту жизнь, да? Бхакты обсуждают противоположное. Обычные люди, приходя к Бхагавану, просят, о чем они просят? Они просят о собственном счастье. Они думают, что Бхагаван – это сукхадата, это тот, кто дает наслаждение. Зная о том, что Бхагаван дарует счастье, они приходят к нему и совершают какую-то севу. А есть еще разумные, такие разумные, да? Что они делают? Они говорят, нети, нети, не то, не это. Они говорят, все мое. А внутри, что внутри у них? Внутри у них полно желаний. Внешне они отречены, а внутри так много желаний. Иногда они стремятся слиться с Бхагаваном. Они также совершают какую-то бхагават-севу. Некоторые пытаются обрести ситхи, анима, лагимы, которые достижимы с помощью аштанга-йоги. И также совершают какую-то упасану, какое-то поклонение Господу. Но нельзя назвать это настоящим поклонением Бхагавану. Они думают, мы совершаем карму, какую-то деятельность, и Бхагаван совершает карму. То, что делают такие люди, это не бхакти. Так как все, что они делают, это делается для их собственного счастья. Если мы делаем что-то для удовольствия Бхагавана Кришны, это бхакти, это сева. Остальное не является севой. Такие люди пытаются заставить Бхагавана что-то делать для их удовольствия. На самом деле все делать для их удовольствия. Бхакта не думает о том, что произойдет в этой или в следующей жизни. Он не думает о родственниках, жене, детях, домашних делах. Он не думает о мистических совершенствах. Он не думает даже об освобождении. Он совершает севу Бхагавану с бхавой, с любовью. В сердце он всегда думает о Бхагаване. Он думает, как доставить ему удовольствие. Когда он спит, когда просыпается, когда дремлет, всегда он думает об удовольствии Бхагавана Кришны. И никто не сможет создать препятствия для его служения, для его севы. Ганга имеет огромную силу. Она стремится к океану с огромной силой, с невероятной силой. Она не обращает внимания ни на какие препятствия. Она просто несется к океану. Она настолько сильна, что никто ее не может остановить. И бхакти, подобно реке Ганги, никто не может остановить это бхакти. Это из лекции Шишипад Чайтанья Чандры Прабху 20 апреля 2019 года.